Из нашего взвода 40 человек, нас вернулось только семеро. Война для Юрия Гришаева – это тяжелые воспоминания. Вокруг смерть. Смерть друзей, смерть ребят, которым и 20 не исполнилось. Начало войны застало Юрия Сергеевича в Горно-Алтайске. На следующий день, 23 июня 41-го, он, 16-летний подросток, пришел в военкомат добровольцем. Но его не взяли. Сказали, мал еще и неопытен. Призвали Гришаева в 42-м. Учебка, а потом фронт. Курская дуга. В 43-м его в составе десантно-штурмового отряда забросили в тыл к немцам. Взрывали склады с боеприпасами, пускали под откос поезда. А когда через линию фронта выходили к своим, с врагом пришлось драться лицом к лицу. Один из немцев, здоровенный, как мне показалось в то время, здоровенный мужик, на меня навалился, давай меня крутить, значит. И у меня оружия нету, а финка на боку была. Я эту финку достал и в него всадил. Он тогда отвалился. После этого я выбрался и на нейтральную полосу ползком. Юрий Сергеевич много раз был ранен. Когда обороняли курские рубежи, снаряд угодил рядом. Двух пулеметчиков убило, а он очнулся уже в госпитале. Когда ехали в разведку, немцы подожгли бронеавтомобиль, в котором ехал Гришаев. Ожоги на лице остались до сих пор. Ветерану 94 года. Из-за морщин и шрамов уже не видно. Говорит, на фронте было тяжело и голодно. Однажды сослуживцы Юрия Сергеевича попытались увести и съесть чужую корову. За это были расстреляны по приговору военного трибунала. Выстрелили каре, расстреляли. Подавали они апелляцию. Михаил Иванович Калинин отказал. Вот после этого. Вот такие вот моменты бывали. На фронте лучшим деликатесом для Гришаева стали коровьи глаза. Жирные они и питательные. 74 года назад это было. Сейчас Юрий Сергеевич почти не выходит на улицу, здоровье подводит. Все однополчане, друзья и жена уже на том свете. На парад бы сходил, но силы уже не те. В Красноярске осталось 418 участников Великой Отечественной войны. И их ждут в День Победы на праздничном шествии. Мы оказываем всяческую помощь и по доставке, и по сопровождению ветеранов, конечно. Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы все, кто в состоянии, на этом празднике участие принимали. Юрий Гришаев на материальное положение не жалуется. Пенсии хватает, да и помогают все вокруг, от соседей до больших начальников. Вот и Владимир Путин к 74-й годовщине Победы каждому ветерану решил выделить по 10 тысяч рублей. Эту сумму впредь будут платить ежегодно к 9 мая. Виталий Поляков, Виталий Субботин, Новости ТВК.